вашей практике эстетическая хирургия молочной железы и реконструктивная в каком процентном соотношении делится? Ну, наверное, 50 на 50, потому что для того, чтобы была хорошая эстетическая хирургия, хирург должен уметь делать реконструктивные операции. А для того, чтобы были хорошие результаты эстетических и реконструктивных операций, надо уметь делать эстетику. А вообще, это как бы новый тренд, который сейчас в Великобритании, это, так сказать, хирург-мамолог. Человек, который делает, должен молочной железе делать и эстетику, и реконструкцию, и онкохирургию, он должен быть такой универсал. Потому что это в конечном итоге улучшает качество. Мы же оперируем не для того, чтобы сам факт поставить имплант, а для того, чтобы улучшить качество конкретного индивида, чтобы женщина после операции чувствовала себя лучше. А неважно, с онкологической точки зрения, это возрастные изменения или какие-то врожденные приобретенные изменения. В конечном итоге после операции человек должен проснуться, и чтобы жизнь его улучшилась. Поэтому эти операции растут в количественном отношении, потому что на самом деле по соотношению, что было, что стало лучше.